Когда мне говорят, ушел ли я от горшка ушел, от детства нет. Советское детство я бы не путал с детством детей от 91 к 2010 году. Это две разные вещи абсолютно. Но как только я обратился в магазин «Орион», я удивился. Так удивление работает до сих пор. Компьютерную графику видите? Приходите и убедитесь в ценах. Ну что ж, нас сегодня интересуют ценники, цена, насколько они низкие. Сейчас мы зайдем с вами в магазин «Орион» и все это проверим. И ведь впечатляет и количество, и качество удовольствия. Почему удовольствие? Да потому что на себя посмотрите, не это ли удовольствие ваших дитяточков? Им это безумно нравится. А вы не получаете чпока от утраченных и заработанных, хоть и малых, но денег. Так вот, спасибо «Ориону». Самое главное отличие магазина «Ориона» от разных там детских миров или других магазинов – это самая главная цена. Здесь вы можете найти любую игрушку для своего ребенка по очень низкой цене. Ну вот, к примеру, здесь огромное количество мягких игрушек. Здесь вы можете найти и маленькие, и большие игрушки. Ну, самое главное – это то, что они, так скажем, очень недорогие. К примеру, вот гусь, сейчас это очень популярная игрушка, стоит 1500 рублей. Вы в других местах, мне кажется, он стоит там 3500 или 2500. Ну, мне кажется, вы понимаете сами разницу цен. Ну и сейчас у нас накануне праздник 23 февраля, мужской день. Вы можете подарить своему мальчику какой-нибудь вот такой автомат, с которым он будет играться. Это будет отличный подарок для вашего мальчика, потому что, ну, я лично тоже мне дарили вот разные автоматы, я с ними игрался, и это было очень весело. И сейчас как раз у меня, ну, хоть и не дома, но в саду у меня все эти игрушки сохранились. Ну вот, как раз вы сейчас можете увидеть очень большое количество конструкторов. Я лично взял вот огромный такой набор и до сих пор его не могу собрать. Потому что у меня школа, дела, но, ну, мой папа его собрал, ему, конечно, уважение. Не-не-не, не для этого я ушатал камеросечку свою. Это была максимальная козявочность для 50-тысячдолларовского бюджета. А вы не думали, что профессионализм стоит копейки? Все профессиональное это для ТВ делается в Японии и стоит в топовой валюте. Хотя в Пекине я своими глазами видел то, чего в России не видано в природе. Но везде совершенно недешево. Во сколько раз? В 6 тысяч от событийности, и это не полный вариант. К слову, этот вариант долг и интересен, как и результат. Ну и, конечно же, мы не забываем про наших девочек. Здесь целое дело сделано для наших девчонок. Тут вы можете найти огромное количество кукол, с которыми они будут играть. Или же вот настольную кухню. Потому что удовольствие не может и не должно раскачивать лодку. Все, что вам нужно, это сумма в люлякалку. Но вернувшись с маршрутки, а эта люлякалка станет реальностью, которой Kinder с вами поделится. Ну и, конечно же, мы не забываем про наши цены. Здесь вы можете увидеть разные виды монополий, вот монополия «Россия». Я вот до интервью ходил в детский мир и смотрел на цены. Вот разные виды этих монополий там стоят по 3000 рублей, а здесь вот цена вот самого большого стоит 580. Но мне кажется, мне это логично, что надо покупать. Или вот «Мафия» – игра очень популярная. Вы можете ее взять с собой в полет хоть куда. Здесь вот этот огромный набор стоит 720 рублей. В том же детском мире, например, он стоит под 2000, мне кажется. Итак, где? На север, до вокзальной. Там в сторону старой дороги на Соленое. Даже светофор поставили. Рядом со светофором две остановки – Яральджо и Левый берег, и ваше счастье. Направо и третий поворот направо, и здесь, ой, как красиво, чудесность неописуемая и некосячество. И раз уж ребенок, то подарок уже здесь есть. Вот мы как раз сейчас с вами все и увидели.
Магазин работает с понедельника до воскресенья. В воскресенье вы можете... Ну, магазин работает с 9:30 до 4. В понедельник-субботу работает с 9 до 5. Вот вы можете как раз приехать и купить своему ребенку любую игрушку.